Медицинская и социальная помощь на селе станет доступнее. Сегодня на Театральной площади прошло вручение ключей от 18 машин. Это Нивы, УАЗы и Газель. Вся техника повышенной проходимости предназначена для того, чтобы перевозить людей старшего поколения, которые живут в сельской местности. Доставлять их планируется в случае необходимости в больницы или реабилитационные центры. Кроме того, на этих машинах будут приезжать к пациентам и сами социальные или медицинские работники вместе с волонтерами. Вся техника будет закреплена за центральными районными больницами. Эти 18 машин – первые из 34, которые приобрели по национальному проекту «Демография». Мы прекрасно понимаем, что в районах области помощь должна быть доступная. Приблизить ее можно разными способами. Безусловно, это и фельдшерско-акушерские пункты, это и мобильные комплексы, которые для диагностики, которые тоже в Кировскую область поступают в рамках национального проекта. Но, в общем-то, иногда нужно привести бригаду как раз к нуждающимся людям. Это и старшее поколение, это пенсионный возраст.